орден может забрать только тот, кто его давал. Если кому-то выдали какую-либо награду, то тот человек, который ее выдал, или та структура, которая выдала, конечно, имеет право забрать ее обратно, если вдруг человек перестал соответствовать этой награде, если всплыли какие-то дополнительные факты, которые раньше мы не знали. Допустим, вот сейчас взял один ветеран, который получил кучу наград, и вдруг оказался каким-то этим надзирателем в концлагере, лично участвующим в расстрелах. Да что же ему, оставлять эти награды, что ли? Конечно, забирать. Но только в том случае, если это объективно и доказано. А вообще, конечно, дело, если просто так забирать, то это очень плохо, потому что, ну, взяли, поощрили человека, и вдруг вожжа под хвост попала, взяли, отобрали. Это же глупость.